Девочки, мальчики, всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Я безумно счастлива, что вы подписываетесь и пишете комментарии. Сегодня я хочу вам рассказать о своем заказе Avon по 13 каталогу 2016 года, который у нас действует в национальных зонах до 26 сентября 2016 года. Вот так у нас выглядит каталог 13-й. Вот. Хочу рассказать то, что я 3 месяца не заказывала, так как я уезжала в отпуск на море. Ниже вы можете на моем канале посмотреть, где я отдыхала. Вот. Потом дача. И в конце я хочу вам показать, что мне пришло в подарок за пропуск 3 компаний. Итак, приступаем. Сначала покажу то, что заказали у меня. А потом то, что заказала я для себя. Итак, приступаем. Девочки, вот, заказали у меня вот постоянная клиентка. Вот такие сыворотки для всех типов волос, которые стоят 209 рублей, если я не ошибаюсь. Вот, Advanced Technics. Так выглядят мои сыворотки. Решение. Задом не надо вставать. Вот. Коробочки убираю. Так выглядит сама сыворотка. Сыворотка пришла мне еще в старой версии. Вот, девочки. Вот. 30 миллилитров. Я ни разу не пользовалась такой сывороткой. Я не знаю, как она действует. Какой она консистенции. Вот, но... Коллега у меня заказывает постоянно. Вот таких 2 сыворотки. Потом эта же клиентка заказала у меня шампунь против перхоти. Вот, девочки, 250 миллилитров. Шампунь пришел в новой упаковочке. То, что мне нравится. Как многие говорят, выглядит очень стильно. Вот. Против перхоти. Это заказ одной клиентки. Также она у меня заказала Pure Blanco, туалетную водичку. Вот, 50 миллилитров. Вот. Такая вот белая крышечка. Вот. Дальше. Эта же клиентка у меня заказала для своей мамы вот такие вот дезодоранты Little Black Dress и Cherish. Она говорит, что ее мама очень любит такие дезодоранты. Я сама такими не пользуюсь. Они меня не спасут. Вот такой был заказ одной моей клиентки. Сыворотку я уберу сразу. Также следующий заказ еще одной клиентки. Тоже шампунь для перхоти, но уже серии Naturals. Это новинка. Мята и чайное дерево. 250 миллилитров. Девочки, запах такой, как у геля для души, мята. Вот. Вот такой шампунь в ее заказе был. Также вот были вот такие вот маски для лица. Также серии Avon Naturals. Вот. Зеленая олива. Питательная маска для лица. Первый продукт был за 105 рублей. А второй за 59 рублей при покупке 2 продуктов. Вот. На определенной странице. Вот такие вот масочки одинаковые. Также приобрела она помаду суперустойчивую, девочки. Вот
открыть, к сожалению, я не смогу. Это у нас оттенок. Сейчас я вам покажу. В оттенке капучино. Ух, девочки, я не могу найти эту помаду. Потеряла. Заранее готовила страницу. Вот. Хотела вам показать, как выглядит эта помада. Вот так вот. И не смогла вам показать. Ладно, девочки, шуршать слишком долго будет. Это суперустойчивая помада в оттенке капучино. Вот. Следующий заказ еще был у меня, девочки. Заказали у меня тушь Супершок в оттенке синий, синий оттенок. Называется сапфир, оттенок сапфир. А стоила она 245 рублей. Вот. Также эта же девушка у меня заказала кольцо. Кольцо, вот по такому каталогу, это стиль жизни. Страница 22. Девочки, вот такое кольцо. Вот. Цена 549 рублей. Сейчас я вам покажу. Вот такая коробочка. Такой красивый оттенок. И покажу данное кольцо. Также вот, вот такие вот бумажки. Также прилагается вот такая бумажка. Сейчас я вам покажу, что там написано. И, девочки, вот само колечко. Вот. Выглядит очень симпатично, очень даже ничего. Такое вот колечко. Девочки, у нас уже темнеет. Камера у меня не профессиональная. Девочки, потом буду убирать. Вот это колечко, кольцо. Кольцо Римма. Вставки на кольце меняют цвет в зависимости от твоего настроения. Черный – волнение, оранжевый – тревога, синий – счастье, зеленый – влюбленность, голубой – спокойствие. Не хочет фокусировать. Вот такое кольцо. Так. И так вот. Эти все, это были все заказы клиентов. А теперь я покажу свои заказы. Я заказала по фокусу новинку. Гель для душа Senses. Тоскана. Вот, девочки. Такой вкусный запах. Аж пузырочек вышел. Вот. Такой цвет красивый. Это я для себя заказала по фокусу. Также для себя я заказала, девочки, была акция в фокусе у нас при покупке трех продуктов. Более трех продуктов. Скидка 40%.
И вот, девочки, купила я себе, для себя лично. Это мои любимые BB-крема. Вот. И Нью. Открывать я их пока не буду. Это в запасике. Но у меня есть вот открытая вот. Там немножко осталось. Скоро я их покажу в пустых баночках. Такой вот. Очень-очень светлый оттенок. Для темнокожих не подойдет. Но как я светлокожая, я очень люблю BB-крем. Она даже недостатки, девочки, скрывает. Лично у меня прыщей у меня на лице нету. Акне тоже. Мои недостатки все скрывает. Крем я, девочки, вот отклонюсь от продукции Avon. Я купила для себя вот такой бьюти-блендер в сети магазинах Альпари за 170 рублей. Made in USA, США, Америка. Вот. Натуральный бьюти-блендер. Вот такое яичко. Вот. При нанесении BB-крема я использую вот этот бьюти-блендер. Вот. Отклонилась, извините, девочки, от темы Avon. Также я себе заказала базу под основу тени. Такую вот базу. Открывать я его не буду, потому что, девочки, я слышала, что при открытии она начинает сохнуть. Покажу я вам такое же средство, которое я использую сейчас, в настоящий момент. Вот, девочки. Это средство, которое я использую сейчас. Вот. Она, правда, быстро сохнет, девочки. Девочки, продолжаю. Я все-таки прервалась и не успокоилась, пока вот нашла страницу, где предоставлена данная помада. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот такой вот оттенок. Капучино. Вот самый первый. Рядом с губами девушки. Вот, вот этот вот оттенок. Вот. Оттенок. Капучино. Нюдовый оттенок. Вот, помада. Так, дальше продолжаем. Также я себе приобрела, девочки, вот такую вот кисть. Вот. Сейчас я его не открывала. Коробку я с почты только собрала сегодня, девочки. А продукты все надо отдавать уже завтра. Поэтому я снимаюсь так, как могу. Быстро, срочно. Клиенты ждут. Вот такая вот кисточка. Вот. Мягкая. Я давно очень хотела, конечно, девочки, кисти Avon. Дорогие, но лично мое мнение, что они соответствуют этой цене, потому что кисточки суперские, девочки. Вот у меня есть данная вот такая вот кисточка для румян. Вот. Пользуюсь я уже около 2 года. Вот. Отличная кисточка. И у меня наконец-то пополнилась большой, огромной кисточкой. Я очень рада этой покупке. И еще следующие девочки я заказала за 169 рублей. Решила я обновить свою расческу. Это складная расческа.
зеркальцем. Также продукт все с упаковки. Не открыт еще, не открывала. Сейчас я вам все покажу. Так вот выглядит расческа. Эдвинс Техникс. Да, девочки, становится очень-очень темно. Зеркальце. Такое вот. Все у меня, девочки, все падает с рук. И вот, наконец-то. Шикарная расческа. Для моей сумочки. Наконец-то я обновила расчесочку. Шикарно. До этого у меня была красная. Вот. Также, девочки, я вот приобрела у меня в этот раз всего 3 клиента. Пробники. Лак лови. Вот. 3 пробника. Положи. Подарок. Вот. И, девочки, вот весь этот мой заказ. И теперь, наконец-то, вам покажу то, что пришло мне за пропуск 3 компаний. Вот. Упакована она в такую вот коробочку. Открою. Такая же вот, как всегда, бумажка. И вот, девушки, сам подарок. Это браслет. И также браслеты. Сегодня я шуршу. У меня все с рук падает. Девочки, мальчики. И вот. Вот такой вот это мне подарок. Вы, наверное, девочки, помните за заказы. Многие набирали вот эти шармы с кулончиками отдельно. Сначала был браслет, потом пошли кулоны. Вот такой подарок за пропуск 3 компаний. Подарю дочке. Ну, девочки. Вот такой был подарок. Всем спасибо за просмотр. Еще раз повторюсь. Всем спасибо за подписку, за комментарии. Всем пока-пока. Вот такой был у меня заказ. Небольшой. Вот. Пришли девочки и мальчики мне новые пакеты. Пакеты мне очень понравились. Вот. Пришли также брошюрки такие вот. Вместе мы можем все. Это вот. Разместите заказ на сумму 2500 и более в компании 14-2016 года, оплатите его и закажите приз на выбор со своим заказом на 2500 рублей и более в компании 15-2016. Такая брошюрка. Также фокус 14. Успех в деталях. Вот бизнес-аксессуары. Также распродажа 14-2016, каталог номер 14 и каталог номер 15. Вот. Всем спасибо, всем пока.